компания «Жаска» отгрузила линию экструдирования, которая отправилась в Алтайский край. До Алтая путь не близкий, ехать 4000 километров, поэтому важно, чтобы оборудование доехало в целости и сохранности. Для этого мы применяем различные методы упаковки. Часть оборудования устанавливается на поддонах. Шкафы управления упаковываются в воздушно-пузырчатую пленку. Все оборудование закрепляется стяжками на своих местах. 16-метровая фура заполнена под завязку. Все загружено четко. Линия экструдирования доставлена заказчику.